Первый раз в эфир Игорь Кириллов вышел 27 сентября 1957 года и всегда отмечал этот день как второй день рождения. За такие волосы еще много было волос, они еще больше стали. Ну, что-то такое провякал. Он пришел на телевидение после 2 лет работы в театре. Мечтал стать режиссером, а ему предложили пройти конкурс дикторов. До этого в эфире работали только женщины. Через 2 часа парень оказался в студии, а через несколько дней уже начал сообщать о самых важных событиях в жизни Советского Союза. Советские дикторы были популярны, как космонавты, получали большие деньги. А Кириллов получал больше всех. У него были хорошая дача и квартира на Смоленской площади. Диктор номер 1 ездил на «Волге» и даже на «Мерседесах». Но платой за славу и «Мерседесы» было ежедневное напряжение, выдержать которое могут только необыкновенные люди.